Так, сегодня 23 мая, 2010 год. Мы находимся в Болдвин Парк. Это почти в центре Орландо. Это новое место, как бы новое строительство, абсолютно новый район. Это вот центр этого как бы маленького городка. И вот тут на продажу выставлены, в общем-то, это арт-фестиваль называется очередной. Тут будут и поделки ручные, и картинки какие-то. И, естественно, еда всякая разная. Такое маленькое местечко, очень красивенькое, очень модненькое, современненькое. Очень такое чистенькое. Что еще сказать? Ну, в общем, сегодня же фестиваль, винный фестиваль в Маунт-Дор. Это небольшой городок, надо ехать тоже, наверное, 1,80 миль от Орландо. Но мы остановились все-таки на Болдвин парке, потому что это рядом с нашим домом, буквально 5 или 7 минут езды на автомобиле. И вот сейчас я покажу такой вот, вот что здесь вообще продается, если кому-то интересно. Очень. Как я уже сказала, это совершенно новый район. Он открыт, наверное, заселен, наверное, года как 2, может быть 3. Все абсолютно новое. Это автомобильчики на продажу, я так понимаю. Это для гольфа. Все для гольфа. Это реклама телевизора DirecTV. Это кабельное телевидение. Так, это неинтересно. Тут надо подписываться на что-то. И подписавшись, дают какой-то подарок. Реклама ванных комнат, опять же. Ну вот, наверное, все.